Нет. У меня понедельник наступит раньше, чем мы начнем. Ну, все через это проходили. Ой, как приятно, когда люди понимающие. Вот все, красота просто. Ну, скажите, это просто сикас. Все, поехали. У нас гармония, даже он музычка такая хорошая. Так, а вот у нас, кстати, игрок Рейна, про которого мы часто вспоминали. Да. Теперь ее можно будет посмотреть. Вам повезло, что он не в моей части сетки. Все, понеслась. Так, да, они... какой у них такой настрой. Вау. Это сила. Это как будто мужики с армии вернулись. О. Не угадывает. Так, перебивает. А верхает надо держать. Но уже не сейчас. Нажимаешь оверхед, там сверху Анир прыгает. На голову. Хватит издеваться над человеком. Ну дайте хоть один раз. Ух ты, что за комба такая крутая. Вау. Вот это да. Это наказывается. Ну блин, там пойми, когда закончатся эти удары. Это точно. Открутил этот вопрос. Хорош. Хороший, правда хорош. Вау. Вау. Что тут происходит, ребят? Панишь от все. Офигеть. Немного не повезло, смотри ему. Камел с оверхедом, это было бы жесть. Офигеть, это 1-0. Офигеть. Вау. Это было мощно, ребят. Если бы тут была оценка в 20 пунктов, я бы сразу дал. Кому? За этот бой обоим. Блин, это было классно. Я тоже офигевал, когда меня... Куанчи наказывал за этот снаряд на Кенши. Это жесть была. Там просто делаешь снаряд на полскрине, он тебе четверку и наказывает. Не, ну на полном экране он не накажет. Почему накаживает? Хотя бы на сколько там, не знаю. Ну, нет, смотри, Крейн... Крейн не накажет. Потому что он с Ариной играет. С Ариной на полном экране не клеится к четверке. Там так, надо что, рывок сделать. 4 телепорта и все, наказал. Это, ну, 4 телепорта, 4 телепорта это сколько, 150 урона наказание? Зашибись наказание. Какая разница, это достаточно, чтобы заставить человека не делать это больше блок. Ага. Ух ты, какое вставание. Наказание? Нет? А. Ух ты, еще раз. Я там уже в третий раз уже думал бы делать. Вау. Ничего вытворяет, а какие разводки. Хорош. Да, нормально. Он ничего не ставит. Добьет. Этот оранжевый портал. Так он с него не играет. Просто я смотрел, как, допустим, Секандер играет на Кван... Да, если что, Секандер играет на Кванчи. Живите теперь с этим. Умеет бы он еще играть. Вот. Короче, он просто ставит оранжевый портал, начинает все подряд в блок жать. Рано или поздно противник не выдерживает, нажимает что-то, а у него уже броня к этому времени. Да-да, он хорошо делает, я тоже смотрел. Не знаю, по мне как Секандер бомж по игре полный. Типа максимум, что я видел, что он визжать умеет и все. Да, это он хорошо умеет визжать. Аршак с него все время ржет. Количество побед достаточно большое. О, мы сейчас... Старшего бога достаточно быстро набирает. Да. Знаете, такое. И все на ниже нуля.
Он турниры не брал. Про игрокам всем сирает. Ну да. Ну. Ну в лиге он, да. Этого, как его называют? С Микаилом он играл, я видел. Ну, в 11-й yeah. части. Хуниби он выиграл недавно, причем, кстати, на ниже нуля. Да, он да, видел. Сначала на Райдене проиграл, потом на ниже нуля его выиграл. Так, 2-0. Хуниби, если честно, тоже немножко. Ну, он нормально играет, но он на рептилии играет. Камон. Осуждаю. А ты что, считаешь, что рептилии сильный персонаж? Он, конечно, он все мое, весь мой мир. Зеленый цвет. Оба. Именно поэтому ты красный костюм ему надел. Да. То есть твой мир зеленый цвет? Да. Нет, у меня же там случайно костюмчики. У вас это забей против Крейна, надо наиграть побольше просто и все. Да Крейн вообще. В коротких сетах у него всегда преимущество на рандоме. Крейн это легендарус. Высшей масти. Это из боссов Шреддер с кланом Фуд. Нам надо четвером его пиздить, да еще и крысу да, с крысой еще. Понял. Ой. Когда... Ой-ой-ой. Нормально. Ух ты, перебил. Ой, убежал Привер. Красиво было. Ах. Печка спешл. Красавец. Ай-яй-яй. Один нахваливает, другой говорит грязь. Сейчас бы на Джонни Кейджа с Кенши обсуждать игроков. Да. Что не так, я не пойму. Ух ты. А скоро еще вообще начнется... Джонни Кейдж с Кенши будет в одной команде. Да, блин, точно. Где будет просто, блин, двойной этот, как его, двойной Сента. Да. Сента с мечом, Сента без меча. Ну что сказать, типичный москвич. Вау, 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 вау. Не добьет. Блин, ну не добьет, да. Надо было что-нибудь побольше, наверное, нажать туда. Сосать. Нет. Вот, ну вот, да. Я же говорю, не добьет. Мало. Телепорт надо, телепорт. Ой-ой-ой, 3-0. Офигеть. Здорово, Саня Новолун. Я думаю, ты меня узнаешь. Ну-ка, не говорите ему, кто я. Он меня должен узнать. Пускай гадает, да? Он на валун зашел? Да, здорово.